Кто-то мечтает стать врачом, кто-то космонавтом или суперагентом. Моя подруга в детстве мечтала стать водителем автобуса. Ну а Сергей Кашкаров выбрал профессию тракториста. Сергей, расскажите, почему? Мечта детства сбылась. Как любой мальчишка, любит технику, любит трактора, вот и стал трактористом. Сергей Кашкаров – тракторист во втором поколении. Отец всегда поощрял его интерес к технике, брал с собой на работу, привлекал к ремонту. И вот уже больше 12 лет Сергей работает трактористом в Белгорблагоустройстве. С 8 часов рабочий день. Взяли диспетчерскую путевку, план задания, куда ехать. Потом прошли медврача. Потом механика прошли, выпускает технику, исправная, неисправная на линию. Потом едем, заправляемся, и после заправки начинается работа. Ну вот он, мой железный конь, кормилец. Кормилец – это МТЗ-82, Беларусь. Многофункциональный агрегат. В зависимости от поставленной задачи может трансформироваться и работать с косилкой, плугом, дробилкой, щеткой или отвалом. Я, допустим, себя тяжело представляю за рулем такого агрегата. Да и ничего тут сложного нету, все как в легковой машине. Те же педали, только побольше рычагов. Сотрудники Белгорблагоустройства каждый день помогают нашему городу оставаться самым чистым и уютным. Только руками ежедневно собирается и вывозится около 300 кубометров мусора. А почему молодежь сейчас не приходит работать в Белгорблагоустройство? Ну, не знаю, сейчас... Просто или стесняются работать, или не хотят работать. Стабильная заработная плата, аванс, премии. Работа в большой муниципальной организации – гарант стабильности всех обязательных выплат в сегодняшнее непростое время, когда пандемия многих сделала безработными. Кем только не хотел стать. И милиционером, и космонавтом, и... трактористом. Ну вот и получилось, трактористом и стал. Сегодня хорошая погода, техника рядом. Работаем в парке. Ну и все, что для жизни надо. Работа, дом и свежий воздух. Нам часто навязывают цели и мечты. Мы выбираем профессию по престижу, желанию родителей или совету друзей. А ведь неважно, чем вы занимаетесь. Проектируете ракеты, заботитесь о бездомных животных или делаете город чище. Главное, чтобы работа была по душе. Анастасия Логвинова, Николай Русанов, Белгород Медиа.